Добрый день, дорогие друзья, гости моего канала. Я не политик, я обычный простой блогер-садовод, который любит выращивать розы. Поэтому мне очень трудно судить о том, что сейчас происходит, кто прав, кто виноват. Мне трудно понять. Но одно я для себя поняла и определила однозначно. Я, как мать, не хочу, чтобы погибали наши сыновья. Ни российских матерей сыновья, ни украинских. Надеюсь, что все-таки разум возобладает, и мы с вами успеем посадить весной розы и любоваться нашими прекрасными розовыми садами. Я верю, так обязательно будет. Блистая, облака лепились в лазури пламенного дня. Две розы под окном раскрылись, две чаши полные огня. В окно, в прохладный сумрак дома, глядел зеленый знойный сад. И сено, душное истома, струило сладкий аромат. Порою звучный и тяжелый высоко в небе грохотал громовый гул. Но пели пчелы, звенели мухи, день сиял. Порою, шумно пробегая, потоки ливней голубых, но солнце и лазурь мигали в зеркально-зыбком блеске их. И день сиял, и млели розы, головки томные клоня, и улыбались сквозь слезы очами полными огня.